Кирилл, вообще-то запись уже идет. Ой-ой. С вами Кирилл. Канал Транспортек в эфире, за кадром оператор Александр. И у нас сегодня в гостях Береза и классика Airwheel Q3. Спасибо компании Eco Motors за то, что предоставили нам его на обзор. Вот. Честно говоря, вижу это устройство впервые. Это так называемая классика. Потому что модель вышла в конце 2013-го, начало 2014 года, ну, в этом коридоре. И напоминает очень гирю. Итак, какие же характеристики нам обещает производитель Airwheel? Максимальная скорость, которую они заявляют, 18 км в час. Ну, я думаю, если вы весите 120 кг или 130, то, может быть, вы на нем не проедете, потому что максимальный вес, который выдерживает это устройство, это 120 кг. Запас хода обещают на целых 35 километров. Это похоже на IPS-101. Хочется отметить его дизайн. По сравнению с нынешними устройствами, современными на 2015 год, его дизайн выглядит очень неказисто. Однако это его преимущество, потому что с Q3 Airwheel вы будете чувствовать себя спокойно в темных переулках, и ни один уважающий себя гопник просто к вам не пристанет, потому что эта модель выглядит реально страшающе. Ну-ка, тормозни, пацанчик, ну-ка, тормозни, пацанчик. Раздавать кренделя гопоте или электрогопоте – это устройство для вас. По непроверенной информации, Airwheel Q3 является первым в своем роде спаренным колесом, имеющим так называемую спарку в простонародье, что позволяет очень легко и просто на нем обучаться. И вам достаточно потратить 15, максимум 20 минут на то, чтобы научиться кататься. Теперь давайте проверим его в деле. Поехали! Хочется рассказать свои первые впечатления про Airwheel Q3. Отлично держит на дороге. Все ямы, вы не чувствуете их, у вас съедает давление, уровень накачки, шин также съедает ямы. В общем, это приятно. Я честно скажу, что на всех электроустройствах, в которых есть камерная система покрышки, это очень удобно и комфортно ездить, потому что вы не чувствуете ям, они не отдаются в коленях, вы не дрожите. Мы проверили, заявлено 18 км в час. Ехать на максималке, мне кажется, что 18 оно не отдает. Мы проверили, все, что смогли выжать, это 15. Звуковой сигнал срабатывает на отсечении, если я превышаю максимальную запрограммированную скорость. И небольшая площадь педалей, поэтому усталость в ногах начинает ощущаться спустя некоторое время катания. Сегодняшний дел подошел к концу. Спасибо компании Eco Motors за предоставленное колесо Airwheel Q3. Мы его рассмотрели, все узнали. С вами канал Транспортека. Подписывайтесь на нас. С вами оператор Александр. Счастливо. До следующих встреч. Отсекать.
круто. Давай, подпляшем.